Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 17 октября 2021 года, пошел дождь. Вон, посадила лучок и пошел дождь. Вовремя успела я посадить. На улицу выпускала своих девочек, видите, нигде их нету. Я их загнала в сарай. Пускай здесь в земельке, ой, в сарай, в теплицу. И у меня уже из теплицы сарай сделала. Все закрыла. Там вон у вентиляции есть немножко в той двери. Пойдем посмотрим с вами моих старушек, крохотушек. Такие жалкие, не могу. Вот они тут, рай. Вот слышно, как дождик шумит. Да, толстушки мои. Было у меня 4 толстушки, и осталось 3. Вот она толстушка, вон она, вон она толстушка. И рыжок мой, мальчик. Пока еще, слава богу, живой. Рыжок. 3 недели, как болеет мой рыжок. Вот эта моя любимица стала дикой. Рыженькая моя любимица умерла. Ой, как я переживала ужасно. Ну, что сделаешь, 6 лет. Рыжок. Рыжок, как мы чувствуем себя? До теплицы сам доходит рыжочек мой. Вот мой красавчик. Вот мой такой сладенький. Да, я тебе на видео сниму. Может быть, отойдет, не знаю. Пою его содовым раствором. Даю содовый раствор. Может быть, у него там глисты. Не знаю, в чем причина. Слабенький содовый раствор делаю. Даю я ему синий йод. Даже кофе и кока-колы пою. Ну, естественно, в дозах разумных где-то кубик вливаю, больше нет. Может быть, за счет этого еще и держится, живет мой мальчик. Но здесь им очень хорошо, очень тепло. 20 – это 100% будет градусов. Потому что у нас здесь вот пленка 150 микрон, она двойная. А на потолку здесь лежит тоже 150 микромов. Но здесь с вентиляцией коты порвали. Не знаю, что на следующий год. Или постелю эту оставлю. Или же это самое постелю спанбонд. Самый-самый плотный, сотка. Он даже он не пропускает этого дождь. Когда поливает, влага не проходит через него. Но за лето быстро сгорает. Вот в чем причина. Не знаю. Короче, живы будем, доживем, посмотрим. Наелся мой рыжок, стал есть очень хорошо. Ну ладно, когда-нибудь я вам сниму, покажу, как он бегает по улочке. У нас вот будет плохая погода, но где-то 3 дня должно быть тепло. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Показала я своих девочек. Должно быть 16 штук. Сейчас посчитаю, все они или нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все мои девочки. Пока!